Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это продолжение партии в Sid Meier's Civilization 6 за Турцию против живых соперников ФФА на семерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда интереснее смотреть с самого начала. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. То есть мне надо еще апнуть в мечника, очевидно. И забрать лагерь. Без этого... Ну тут смотрите, раз, два, три, четыре, пятый ход. То есть у меня как бы мечник теперь... Мне, то есть забирать лагерь только лучником? Блин. Что-то какая-то подстава вообще. Так, какие у нас еще варианты получить? Тут я не выйду в следующую эпоху. О, в средневековье. 6 ходов до следующей эпохи. Не успею. Черт, я не выхожу в героический век. Это да, очень хреново. Арарат. Надеюсь, тут Ереван будет. Так, что я надеюсь, нафига мне Ереван? Мне Ереван вообще не нужен. Бандар Брюней мечника как раз хочет, кстати. Вот вроде бы, Алексей, города у тебя два крайних снизу. Вот вроде бы... Не очень, но вот цитрусы вывозит с рисом. Ну, там у меня пантеон, который на болото, поэтому у меня там рис нормальный. Да, я вижу. А, точно, 4-2. Кстати, там двойные. Красиво. Но мне интересно, кто взял пантеон на рыбацкие лодки. Вот это я бы этого человека опасался на такой карте. Да, он забрал, по-моему, еще до меня. Но он еще и крестовый забрал, и идет забирать тут всех. Ну, все, опасайтесь, это, я так понимаю, шрам. Чья религия? Шрам. Название. Пофигизм. Но это не мне. Может, пока подходить, кстати, я лучше тут апнусь в мечника. Радует, что мой сосед крестовый поход не брал. Да мирнейшая религия, я вас умоляю. А, кстати, тебе, может, помощь нужна? Пантеон на... А, да, взял. Хорош. Только придется города ставить. Не очень вкусные. Блин, не успеваю все равно. Так, давайте попробуем хотя бы 4 хода. Ё-моё. Так. Ну и деньги мне нельзя тратить, потому что... Я не смогу апнуться. И денег ни у кого нет. Блин, я не выхожу в героический век. Ну, всадников еще можно строить. Я не знаю, как мне ускорить. У меня и так отсюда бегает уже караван. Быстрее я караван нигде не могу построить. Да. У меня только шанс, вы знаете, это если встретить ацтека и... Да ё-моё, ну что это, ну, господи. Почему залагало? Так он на тебя нападает или нет? Да, он на меня нападает. Куда? Ну это у меня на автомате. А может вернуться, кстати, этой галерой? Что она там будет? Блин, я не выхожу в героический, но это печаль на самом деле. А был бы у меня нормальная карта, я бы ставил коммерческие районы и свой уникальный район бы. Не район, а здание. Да. Слушайте, а Ибрагим случайно не дает за турка?
Ну он же, блин, проатакует лучника явно. Твари, не даст мне лагерь забрать. Четыре хода. Вообще никак не ускорить. Давайте смотреть. Производство, производство, производство. Ну, предположим, это, ну тут и так все на, это все лишь одно производство. Реально никак. Пересоюзить кого-нибудь. Бандар Брюне и мечника сделаю. Я могу, если что, пересоюзить Бандар Брюне. Но мне, по-моему... Вообще, союз... По-моему, это даст мне очки. Ну-ка, я первым сюзереном стану Вильнюса. Ага, и первым сюзереном Гранады стану. Ага, есть. Так, теперь мне не хватает 4 очков. На самом деле захват города, захват лагеря и все хватает тогда для героического. Ну или мне встретить еще кого-нибудь, тех двоих. Ой, контрфорс не нужен. Пошли в Петру. Что-то я сомневаюсь, что... Хотя, ну, тут угала дофига, конечно, ему бы надо Петру строить, но у него тут производство будет никакущее просто. План предложения. Так. Есть. 3 очка. Сейчас, неужели убьет? Ну, пожалуйста, ну не убивай. Нет. Мне нужен забрать этот лагерь. Ну, варварчик. Ну, почему у них импи именно генерится? Я вот это просто не поймаю. Почему именно импи, блин, именно в этом лагере, рядом со мной? О, отлично. Так, мне бы еще всадника, еще одно очко. Так, Ацтек, а далеко мне идти, чтобы встретить твоего... соперника? Или он атакует этот город? Это кто? А? Это кто говорит, где мы встретились? Около Аншана. Да, очень далеко. Ты там не пройдешь, даже не проплывешь. Тебе нужно в другую очень сторону, жаль. Направо. Покажи, если там есть Стамбула. Проплыв. Как же я Стамбул не могу... Ой, Стамбул этот. Так, слушайте, может всадника все-таки пытаться строить? Ну, не успею, 4 хода, да. Вильнюс перекупили. Ну, еще не перекупили. Блин. У меня 2 хода. Пожалуйста, не убивайте лучника, пожалуйста, пожалуйста. Не убивай лучника, пожалуйста. Дуболомчик, пожалуйста, нет. Нет. Тварь. Тварь конголезская, блин. Долбанное каменное говно, а не лицо. Одно очко мне не хватает. Так, ну всадника купить я могу. Хорошо, надо у кого-то выпрашивать деньги. 160. Блин. Вот захватишь ты сейчас этот город, и что с ним будешь делать дальше? Сожжешь? Слушайте, ну очень нужно героически, блин, так. Кто с кем разговаривает? Ну у меня еще 2 хода, подождите. Шрам, это я у тебя спрашиваю. Это я опыт формлю. Слушайте, я в Стамбуле мог за 2 хода всадника построить. Я ж норверк, мне пограбить, и все что. Ну, твари, ну.
Да это было понятно, что он убьет с другой стороны. Так, что он делает? Формирует флот. О, кстати. Так флот же мне даст... Все, вот они очки. Флот мне даст очки оставшиеся. Первый флот в мире. Это даже мне там дофига даст очков. На самом деле. Зря только лучника потерял. Фига тут какие-то места интересные. Фух, отлично, отлично. Так, у нас будет золотишко, у нас будет карточка на соседство гаваней. У нас будут караваны. Мы купим себе тапки. А, вообще откуда ты взял еще? А, район построил. Еее, ребята, а где я район достроил? Здесь. Фу, так я даже сейчас пока не буду формировать флот. Подождем. Видите, я мог бы сейчас сформировать флот, но мы это пропустим. Уже в следующей эпохе сделаем это. Отлично. Стоим. Я даже просто в защиту мечником, наверное, встану. Так, давайте мы вернем Нубе деньги. А? Нубе, я возвращаю долг. Спасибо. Да тебе спасибо. Кабул. И что, я его не первым встретил? Союз какой-нибудь нашел, нет? О, я и... Ой, блин, я как-то... Вообще Норвегию встретил. Я тут уже все, уже перебрал кучу. Ну... Так, давайте-ка эти глянем, где у нас союзы. А кто расскажет, где союзы? Ну, тот же самый вопрос интересует. Ну, видимо, никто их не видит, поэтому никто в них и не вышел. Так, я бы попробовал в Халепе Петру построить, несомненно. Тут надо, я думаю, следить за галом скорее. Проще всего, кстати, не смотреть просто, а вот так делать. Петра, и если она строится, то она будет просто находиться на карте. Нет, видите, нету. Ну, правда, если он строит в тех местах, где я не вижу. Прям четко рассчитал, как поставить чудо, да? Кто? Алексей. Чтобы он... А чтобы оно построилось... Нет, я его на самом деле ставил, чтобы выйти в золотой век в прошлом этом, но пришлось по-другому все делать, потому что я не успевал. Бандар Бриней хочет... Давайте мы в Бандар Бриней отправим. Так. Теперь героический. О, все в золотом, либо в героическом. Прям вау. Ну, понятно, что мне исход евангелистов не нужен, потому что у меня просто нету религии. Я бы на золото... Блин. Ну, я бы на золото все-таки отправлял, все-таки пока в Бандар Бриней. Я не вижу, что у нас скоро могут быть союзы. Так, тут мы ставим соседство гавани. И у нас 40 науки. Так, здесь торговца. Выдирная. Храм Артемиды. Подождите, а за счет чего? А, да, у нас мед. Кстати, тогда храм Артемиды я бы здесь поставил. В Стамбуле. Так, давайте тогда строителей. Че, форт, ты примешь, нет? Ну что, за что голосуем, ребят? Кто там с крестом ходом?
Норвежец? Я ему мир кинул, вот прям. Блин, его не вижу. Я тоже не вижу. Да не надо мне видеть. Давайте Нубия меньше претензий. Че вы такие злые-то? Меньше. Гау. Он говорит меньше претензий. Это значит хорошо. А, меньше, извините, не расслышал. Обычно всегда... Мы же соседи дружелюбные. Киты там, по-моему... Давайте, я тоже за киты, я за китов. Давайте. Да, за китов, да. У меня, правда, по-моему, один. Ну вот, еще тут только. Так, давайте вообще глянем, сколько у нас китов. Так, проверю сначала Петру, что реально еще пока никто не строит, да. Да, это рофл такой, блин, просто все снес. Да, у меня только одни киты будут, блин. Ну вот теперь я заберу этот лагерь. Наконец-то. Так, на автомат поставлю пока. О, рабочие ноги приделали. Так, морскую традицию я принял. Исторические хроники. Бессмысленно, без кампуса. Давайте драму и поэзию пока. А, ну вот теперь можно и флот. Ну это, походу, не первый флот в мире. Похоже, у норвежца тоже. Так, варвары, кстати, скорее всего, тут могут быть, поэтому надо сюда плыть. Блин, смотрите, у меня вот тут был бы плюс 4 кампус, да? Если бы не были тут апельсины. Че тут кампус, надо сюда. Если я в кого-то упомянусь, вините в этом норвега. Я тебе кинул предложение по захвату города в прошлый раз. Ты что-то проигнорил. Ну тут нету... Странные, конечно, места. Вроде, типа, вроде и стоит туда пойти, а с другой как-то и не стоит, да? Банк, верфь, консульство. Ну что, а что он дает? Ага, плюс одно золото. Ну, давайте за союзу. Так, флотоводца, писателя. За одну территорию открою. Так, гавань. Ну и надо покупать просто рабочих. А, знаете что? Мне тут нужна лесопилка. Вот в этом городе стопудово нужны лесопилки. Видите, тут иначе по-другому. И тем более я в Адании собираюсь купить строителя следующим ходом. Вот это можно, кстати, убрать на строительство чудес. А Геликарнас у нас случайно... Вообще храм Артемиды 4 хода, но с другой стороны... Вряд ли я его скоро буду строить. Так, доступные города. А, доступные 11,4 в Вашингтон. 11,7 в Мироя. И все это из Халепа почему-то. У меня Халеп самый такой. Ну, давайте из Халепа отправим. Почему, в общем-то, и нет. Ага, там есть варвар. Ладно, пошли пока сюда. Тут реально кругосветку могу сделать. Так, убираем. Фу, закончили. Да, жалко тут, конечно, бананы. Жалко, не достает Халеп. Блин, я бы в Халепе на производство и Петру бы тут строил. Так, вот здесь я покупаю строителя. Здесь я строю строителя. И дальше, наверное, в оборонительную тактику. Вряд ли мне кто-то сейчас войну будет объявлять. Надо сайты. Союзы так никто и не нашел, да? All the world's a stage.
Оставлю чудо. Петру я собираюсь строить. По всей видимости, нет. Видимо, никто 10-го не вырос или там. Ну, у нас карта очень тяжелая для каких-то больших ростов. Да, я вижу, что никто не вырос. Ну, кстати, я через 5 ходов в десяточку в Стамбуле. Так, тут я иду сюда обрабатывать, чтобы... Подождите, а где мы тогда строим здесь Артемиду? О, Геликарнас появился, кстати. И Геликарнас я бы здесь... Ну, хотя, подождите, Геликарнас... Геликарнас вообще в Трабзоне неплох. Вода не тут по одной клетке будет... В Трабзоне производство как-то не очень. Ладно, храм Артемиды за каждую лагерь, пастбище и плантацию. Предел 4. Вот это тут будет. Раз, два, три, четыре. Четыре. Блин, тут бы лучше было, но тут Стамбул не дотянется. Еще один уровень. Прокачиваем. Блин, брать Лиан, не брать. Ну, я бы на культуру все-таки добил. Уже здесь все-таки очень много это дает. Так, и здесь начинаем производство увеличивать. Со всеми дружочек-пирожочек. Так, из Халепа я бы на производство отправил. Ну, правда, не в свой город, а вот, например, в Балтимор. Так. Не успел. Тут надо будет две клетки купить. Еще раз сейчас ищем, что Петру никто не строит, да. Блин, почему Халеп уменьшается-то? Один. Подожди, я почему... А, там нету... Это два из-за того, что гавань. Так, ладно. Блин, прикол. Я тут, короче, подождите, в Халепе мы явно пока не строим Петру, потому что... После гильдии госслужба. О, два меда, можно производство создать. Но мы сначала пойдем сюда, вырубим... Слушайте, интересно, а будет Артемида строиться, если я тут производство создаю? Тут же уйдет лагерь, по идее, получается. Так ведь? Ну, здесь в Эдирне Петра так себе. Тут акведук ставится. Кстати, тут акведук, тут промышленная... Вот тут промышленная площадь, будет просто мрак. Вот здесь. Я даже не знаю, плюс 7. Акведук-то еще тут надо построить. Это просто будет улет. Дружбу ты не примешь, да? Не, я про не хочу. Бойся меня. Махенджидар хороший, конечно. Блин, высаживаюсь прям под... Ну, у меня еда только вот здесь, но у меня столько денег, наверное, не... Хотя... Не хочется, чтобы город просто... Умер. Блин, блин. Нубия, предложение, отдам 10.
Ну, блин, ну, эх, нубия. А что ты не так принял, я не пойму? Нет. У меня пришло, как будто ты предложил мне обратно. Ну, теперь уже не надо. Минус один житель, кайф. Странно, а откуда он брал еду до этого, что-то я не пойму. Ладно, давай тогда там бар строить пока без Петры, потому что тут, ну, с одним жителем как-то без шансов особо. Давайте я пока Артемиду все-таки построю, а потом уже заменю на ферму. Не на ферму, на производство. Так, в Стамбуле же нам негде акведук строить. Есть где? А, ну да, здесь. Блин, я бы тогда тут пока шахту не делал. Непонятненько. Пока тут... Так, слушайте. Ну, у меня в столице только одно. Мед. Так что мед все-таки я бы в столице делал. Он, по-моему, увеличивает производство обычных юнитов этих. Рабочих, там вот это вот, поселенцев, кстати. А вот сюда надо еще производство сделать. Сейчас я кругосветочку организую здесь своим скаутом. Военную инженерию для акведука. Акведук сейчас три хода ускорится, и я открою порох как раз. А порох мне для янычар нужен. Но мне для этого, кстати, надо бы... Блин, ученичество здесь. Давайте лучше ученичество сначала. Так, я помню, что я еще в Эдирне хотел военный лагерь. Мне надо дуболомов поделать, чтобы их апать в янычар. В общем-то, иначе я буду терять просто... юниты. Здесь встану. Да, я, наверное, успею тут кругосветку сделать. Так, пока опасаюсь тут фабрику ставить. Уже я реально хочу... Ну... По-моему, плюс 7 должно быть. Или нет, все-таки плюс 6. Плюс 6. Ну, знаете, плюс 6 тоже ничего так. Знаете, наверное, тут шахту. Тут я пойду потом Алькасар. Нет, тут все-таки не. Пойду убирать камень. Так, вот тут я выкуплю рыбу, потому что она в третьем радиусе у него. Лучше мне, чтобы она досталась. Правда, еще киты есть. Есть гипс. Так, а давай ты расти начнешь. Тут я бы купил... Здесь еще строителя 120. Следующим ходом куплю. Алексей, если что, вот город, который близко к тебе, сам рыбку взял. Достаточно давно. Ну, эта рыбка у меня в четвертом радиусе, так что, ну, как бы, пофиг. Так, Артемида в Стамбуле будет очень хороша. Сейчас 10 жителей, и увидим, где у нас союзы. Три довольства, союзы. Короче, союзы за военной подготовкой. Чуть драма, поэзия, военная подготовка, потом еще какое-то техо, и потом только госслужба. Гильдии там перед этим. Гильдии.
Вот, короче, туда. Вот теперь попробуем. 20% и 3 единицы. Слушайте, ну Стамбул сейчас... Сейчас Стамбул как на дрожжах начнет у меня тут расти. Так, а где мы тут будем ставить промышленную зону? Ну, пока я подумаю, ладно. Так, давайте посмотрим, сколько у нас будет промышленная зона здесь. Плюс 7 все-таки. Ну, потому что еще плюс 2 будет от акведука. Кайф вообще. Это просто кайф. Так. В Халепе я хотел купить строителя. Что-то пока забил на постановку тут города, но у меня и так неплохо все с ростом. Что-нибудь меняем. Строители. Чудо. Гавани. Наверное, нет. Так, а что у нас тут с промышленной зоной? Ну, видите, тут плюс 2, то есть, видимо, сюда надо бы ставить. Будет тут плюс 3, и, соответственно, тут акведук, кампус улучшится. Значит, ждем один ход, чтобы камень убрать и поставить акведук. Храм Артемиды закончили. Так, в Адане маяк есть, давайте торговца. Кто-то великую библиотеку построил. Да, ну я бы, конечно, очень сильно хотел в Халепе Петру. Проверяем. Все еще никто. Теперь давайте акведук. Еще селитру откроем. Опять война. На следующий ход предложи, хорошо? Опять у вас война? Ну, стек решил, наверное, наказать. А на тебя это на кого? На норвежца. Нет, я норвежец, на меня не нападают. А, на мапуче? Я не понимаю логики, зачем? Ну, вообще... Ты же в курсе, что отсек, что против тебя мапуче плюс 10 имеет сейчас, да? Так нет, он напал на... Это, Гала. А, на Гала? Какой профит, если будут отваливаться города? А, зачем на Гала? Просто так, чтобы поднасрать? Тут даже грабить нечего. Кого-то да, тут же грустные города в пустыне просто. Привет. Да, ну, потратить. Ну, конечно, вот это я ничего вырубать не собираюсь, потому что здесь у меня производство просто так. За счет кампуса. На этом берегу нет. Так, Лян туда едет. Ага, гильдии я никак не ускорю. Так, хорошо, в Трабзоне я могу Геликарнас где-нибудь построить. Он строится рядом с гаванью. То есть гавань только здесь, блин. Блин. Ну я не это не хочу убирать, не это, как вы понимаете, это мне все будет давать. Черт, ну что, тогда в Адане Геликарнас сделать. В Стамбуле я тоже не хочу. А в остальных... Слушайте, ну хотя... Ну в Халепе он не так будет хорош. Наверное, в Адане тогда надо Геликарнас только вот здесь. А если я здесь сделаю Геликарнас... Если я его сделаю, конечно. Тогда вот тут нужна будет театралка. Но я не вижу, что тут имеет смысл за Геликарнасом спешить, честно говоря. Если у меня два гипса. А первый где? ГГшка, наверное, дает. Нет, не вижу. Подождите. А, граната. Да, граната дает. Ну, кстати, можно воспользоваться этой возможностью. Надо ставить тут предприятие,
что гранаду могут либо убить, либо перекупить. Зачем нам это надо? Ну, надо ставить производственную площадь плюс 5. К сожалению, вместо вместо американец, тебе тут ладно, надо далеко. Покупать здесь еще рабочего, вырубать клетки, достаточно, да, вырубать клетки, ставить кампус. И я бы, наверное, в Адане или в Трабзоне уже дождемся, когда Лян сядет, купим в Трабзоне рабочего. Селитра. Похоже, нету селитры у меня. А если... Блин, случайно переключился. Если нету селитры, то я не могу янычар строить. Да. Хан Сулейман. Да, за Сулеймана. Блин, ну что, мне гранату забирать? Причем, но все равно в четвертом радиусе. Блин, странно так. Меня точно они требуют сушить? Я ж про каперов совершенно забыл. Я ж каперы могу строить. Классный юнит, между прочим. Так, требуют ли янычары селитру? Вот в чем вопрос. Да, требует селитру. Ну вот и как? Как играть? У меня, я не могу уникальный юнит сделать, потому что у меня нету селитры. То есть только гранату захватывать, и то тут селитр в чертом радиусе. Ставить город ради этого — бред полный. Так, ну я могу каперы хотя бы сделать, по-моему, да? Да, я их уже открыл. Берберские пираты. Карточку бы, правда, на 100 морских юнитов древнего мира и античности. Видите, нету тут карточки. На морские юниты, блин, а где же она может быть? Может, мне не идти пока в госслужбу? Давайте игры развлечения открою. Мне нужна карточка на морские юниты. А, ну все, уже мавзолей построил американец. Давайте глянем, где. Ну, это слабенько будет. Такое. Да, вот кто там забирает? Да никто не забирает, он просто пришел, я не знаю, армию спустить. Ну, как? Не, давайте, наверное, из халепа тогда... Ой, из халепа отправим. Тоже куда-нибудь к американцу. Так, строим строительство зданий в городе Владе. Ну, это на чудо не будет влиять, правда. Но это еду даст, видите? В Темпло-Майор, потому что у меня два озера есть. И я бы в Стамбуле вот здесь Темпло-Майор еще поставил. И они будут с Артемидой взаимодействовать. Ого-го как. Да, это вообще, кстати, будет офигительно. Бесплатный торговец. Ребята там забили на гавани, потому что я уже третьего флотоводца получаю. Ни с чего. Так. В Сент-Луис, видимо. Нет, алькасары я не хочу. Давайте спускаемся на воду. Надо рыбы и крабы обработать. Я сразу в очередь поставлю кампус. Ну, плюс 2 будет, правда, всего лишь, но оно того стоит. Дальше. Лян на аквакультуру. Лян на аквакультуру. Нету смысла брать пока других. Ну, можно было бы Рейну на соседство, но это две прокачки. Мне кажется, уже скоро закончится. Да, не скоро еще.
просто... Вот Лян тут села, покупаем здесь строить дополнительный заряд. Кампус начинаем строить, наконец-то. Я бы сейчас просто все деньги тратил на покупку строителей в том городе, где Лян находится. Так, по-моему, оттуда уже некуда отправлять караваны вменяемые, поэтому из Стамбула на деньги. Вот это интересные, конечно, места. Кого встретил? Валетту. Валетта хорошая, но у меня религии нету, чтобы покупать те штуки, которые она предлагает покупать. Я сюда просто встану. Плюс 5 производства. Зашибись. Тут... А, пошли катеры поработаем, действительно. Чтобы город... Астрономию здесь не ускорить. Кстати, а вообще кто-нибудь одну... А, я горы видел. Я видел горы, но они на маленьких островках в океане. Очень старый мир. Ну, пошли все равно сюда. Мне нужны карточки, чтобы моих каперов построить. Две горы на континенте. Это много? Счастливый человек. Два чуда, две горы. Очень счастливый человек. Так, давайте уже Петру, наконец. Сколько можно? 17 ходов всего лишь. Я, конечно, не проверил, что ее кто-то строит. Никто. Так. Никуда, наверное, не отправляем. Писатель, гавань. Кстати, гавань следующим ходом создам. Писатель, торговый путь в Махенджо-Даро. Ну, наверное, нет. Слушайте, с Темпломайором и Артемидой они как бы бафают друг друга. То есть в Стамбуле Темпломайор еще, это будет вообще зашибись. Просто город будет как на дрожжах расти. Ну и счастье там еще к тому же. Артемида не настолько хорошая, как мне бы хотелось. Кстати, надо тут пастбище сделать. И мед здесь. Так. 30% военных юнитов в этом городе. А где у нас еще апельсины? В Адане. В Адане я мог бы мрамор потом сделать. А в Трабзоне у меня больше никаких ресурсов для создания нет. Тогда тут давайте эту фабрику сделаем. Так, Валетта заработал посла, потому что гавань построил. То есть ацтеки захватили город галлов, и он отвалился уже сразу же, да? Да, это идея, честно, у меня нет слов. Но он же сказал, что виноват норвежец. Объявляй войну норвежцу теперь. За то, что ацтек на тебя напал. Смотрим. Плюс 7 производства. Кайф. Почему строю в Стамбуле, а не в Эдирне? Потому что тут Темпломайор больше будет давать, чем... Тут две клетки будут соседства, а тут три. Так, я военный лагерь здесь хотел построить. Причем, кстати, может... Кстати, давайте здесь, чтобы хорошие клетки не тратить. Так, астрономию да, можно так открывать. Красиво получится с этим чубом. Чудом. Ну, тут всего 4 клетки. Я думаю, Галу было бы лучше Петру строить, но ему есть чем заняться. Так, сколько стоит? Рабочие 135. Ну, покупаем, конечно. Сейчас распространить. Нет, никому. М?
Нет, никому. Просто разведает. Я бы пошел этим строителям тут обрабатывать мед и лук, чтобы лучше Артемида работала. Нойс, предложение. Так, к этим уже тут ферму. Еще надо клетку. Блин, я бы, может, мне поставить карточку на выкуп клетки? Клеток. Так, это... Вообще, Стамбул нормальный, так, если пускай эта рыба остается у Трабзона, я думаю. Так я в Золотой век спокойно в это... Я еще и каперы построю. Территории мало, но... А еще и... Так, все, я уже, считайте, в Золотом веке, потому что еще и кругосветку первым сделал. Ребят, как ни странно, это у нас Пангея, походу. Нет? Или, не знаю, или континент... Ну, вообще нет, не Пангея, потому что это два континента. Но все равно... Какие-то расщепленные. Расщепленный фрактал, думаешь? Ну да, что-то как-то так. Блин, а у меня нету... Ну вообще, по-моему, нету, да. Ладно. Примем. Так, мрамор хлопок у Ацтека есть. Мачо, а ты не против союза с норвежцем? Будем заключать? А мне... У меня два меда, надо... Так, у него нету двух этих почему-то. Спим. Кофе с норвежцем, во. Блин, да он торгует. Блин, как раздражает, что в ресурсах пишется два ресурса, заходишь там один. Может, дороже другу. Так, ну, в принципе, я считаю, что у нас пока все неплохо. Надо еще с кампусами разобраться, то есть, ну, нормальные кампуса построить. Ну, как нормальные, мы не можем нормальные здесь построить. Кстати, вот тут кампус еще на плюс 2. Давайте-ка эти рифы глянем, где у нас. Да, это прикол, что ли, меня еще сама игра умнит. Да, ну только здесь получается. На будущее кампус. Блин, музыка прекратилась так тихо, что-то стало. Знаете, я пропущу один ход. И следующим ходом приму карточку, чтобы клетки выкупать дешевле было. Слушайте, в итоге получился хороший пантеон на болото. Тут мы тоже подождем один ход. А, сколько зарядов? Один остался. Давайте, может, вырубим... я ж тут нигде не могу акведук поставить. Соответственно, да. Промышленная зона тут так себе будет. То есть мне надо тут сразу кампус начинать. Так что пойду-ка я сразу вырублю здесь коров. Забой скота произошел. Давайте на автомат отправлю тут скаута. Так, тут мы пропускаем ход. Кампус. А что плюс один? Я думал, плюс два будет за счет. Вот это странно. Вот это неожиданно. Не посчитал тут с кампусами. Ладно. Там был и Адани. Ну, тут у меня хреновый, кстати, бегал сейчас караван, потому что я его отправлял под изоляционизмом. Да, мне нужны вообще-то поселенцы еще, но давайте сначала Темпломайор построим. Так. Тут плюс 100 гаваней, строители на 2 действия больше. Ну, теперь надо сначала все-таки поставить на выкуп клеток. Слишком дорого. Мне тут слишком много клеток надо выкупить сейчас. Значит, во-первых, в Стамбуле
Кстати, это не Стамбуль надо выкупать, а в Халепе. Потому что дешевле будет и передавать Стамбулу. И ставим Темпло Майор. Ну, смотрите, его описание. Плюс одно удовольствие от развлечения за каждую клетку озера в пределах одной клетки от Темпла Майор. То есть за все соседи. То есть плюс 3 будет к развлечениям. И плюс одна пища и одно производство за каждую клетку озера в Империи. То есть вот эти 4 и плюс еще тут будут клетки озер. Это вообще зашибись. Так, на производство в Балтимор давайте. Так. Блин, и не здесь, прикиньте, карточка. Карточка на корабли где-то здесь получается. Ладно, пошли в госслужбу. Так, это вода не выкупаем. Храм Махабодхи кто-то построил. Здесь выкупаем вот эту клеточку. И вот эту. Видите? Просто на ровном месте. 3 еды, 2 производства. Ни за что. Ух ты. Надо сбегать за кавалерией тут. Хотя можно позже. Я не думаю, что ее кто-то заберет. А, так, здесь мы скот обработаем. Ну, теперь, по-моему, Артемида по максимуму. Видите, плюс 2 довольства появилось. Так, я бы сейчас убрал карточку на выкуп клеток. Давайте посмотрим, что я тут купил все, что хотел. Так, можно еще китов купить. И, кстати, у меня нигде еще промышленная правительственная зона не стоит. В принципе. Аквакультура. Магнус. Но я не собираюсь тут много чего вырубать, чтобы Магнуса ставить. Блин, давайте, наверное, Рейну тогда. Где у нас больше всего соседства? 4. Вода, ну, значит. Попробуем прокачать. Так. Эдырни, давайте амбар. Потом, наверное, казарму. Еще 13 ходов. И там реально можно Рейну качнуть, между прочим. Я просто думаю, где мне еще клетки выкупить. Ну, можно выкупить краба. Болото я, по-моему, везде выкупил. Железо вот можно выкупить. Так, пожалуй, все. Меняем карточку. Два действия строителям, тем более они мне дешевле стоят, тем более лям. То есть я сейчас в трапзоне буду тупо скупать строителей. Ну, мне союз надо с американцем делать, естественно. Я не знаю, ну, как бы воевать... за Турцию, конечно, офигительно воевать. Нету селитры, территория хреновая. Кстати, можно вырубить тут для Темпла Майора кампус. Ну, так все, геликарнас я уже не построю. Давайте торговца. Вот это, кстати, можно убирать. Ну, я бы кампус тут строил.
уже закончится золотой век, у меня вся наука уйдет. Строители 140. Покупаем. 5 зарядов, да? 6. 6 зарядов. Кайф. Так, 11 ходов. Мне бы, конечно, хлеб улучшать. Тут крабиков бы пообрабатывать. И мне бы еще сюда город. А сколько стоит посел, интересно, купить? 280. Кстати, давайте мы теперь на посела покопим лучше. Мы по городам пройдемся. Рост производства. Рост производства. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!